Ну, информативный матч, конечно, очень много пищи для размышлений. Хотели посмотреть и ближайший резерв, и ребят, которые находятся на просмотре. В принципе, можно уже какие-то выводы сделать. Уже более ясная картина вырисовывается. Ну, понятно, что всегда хочется выигрывать. Сегодня не получилось. Но есть хорошие моменты, которые надо закреплять. Я думаю, что в будущем они нам принесут успех и положительный результат. По сравнению с первой товарищеской игрой, можете сравнить с этой игры, есть ли какой-то прогресс в действии команды? В первой игре, наверное, было больше свежести, потому что и первый спарринг, и не было такой, наверное, нагрузки, которая была сейчас после двухнедельного сбора, все-таки она чувствуется, это понятно и естественно. Тут организм не обманешь, поэтому где-то сегодня на фоне усталости в каких-то моментах мы действовали, ну и видно, что свежести не хватало. Ну, по содержанию и там было что отметить, ошибки, над которыми мы будем работать, и положительные моменты, которые надо закреплять, безусловно. Много молодых игроков, много дублеров. Довольны действием этих футболистов? Ну, по желанию, по самоотдаче вообще нету претензий. Ну, есть какие-то неточности, шероховатости, которые мы будем убирать, наверное, и направлять, чтобы их ошибок не совершали в дальнейшем. Кучинский, Ермакович из-за болезни отсутствует. Когда восстановятся? Какие сроки, может быть, известны? Болеют один и второй. Надеемся, что на следующей неделе Кучинский уже чувствует себя добротно, может тренироваться в общей группе. Ермакович чуть похуже, но надеемся, что со следующей недели уже оба будут в строю и будем готовиться дальше к сезону. И сейчас завершился двухнедельный сбор. Какие планы ближайшей команды? Следующую неделю тренируемся в одноразовом режиме здесь же в манеже, потом двухнедельный сбор, и неделя у нас остается перед суперкубком, будем непосредственно готовиться, подводить команду к этому матчу. Спарринги 4-го в Минске с «Динамо» запланирован, 9-го с «Динамо» Брянским здесь в Гомеле, и 15-го Днепр и 18-го Батэй. Из программы спаррингов, что запланированы на этот период.